Глава государства принял участие в первом заседании комиссии по конституционной реформе, которая была сформирована на днях по его указу. В форуме приняли участие бывшие председатели и члены Конституционного суда, а также эксперты в конституционном праве. Глава государства подчеркнул, насколько важны изменения основного закона, поскольку за 10 лет было зафиксировано немало случаев вольного или слишком широкого толкования некоторых положений Конституции, а также использования Конституционного суда как политического инструмента, что приводило к кризисным ситуациям. Глава государства в качестве примера привел конституционные тупики 2014-2020 годов в отношениях между президентом, правительством и парламентом, политический туризм и вопросы нацбезопасности. Игорь Дадон также выступает за введение в Конституцию специального положения, касающегося сбалансированной внешней политики страны. В то же время глава государства хочет, чтобы в основном законе были четко определены полномочия и статус Конституционного суда и Высшего совета магистратуры. Напомним, решение о создании спецкомиссии было принято на встрече с бывшими председателями Конституционного суда Виктором Пушкашу и Дмитрием Пулбере.